Если я устала и мало спала, и мне нужно на работу, я стараюсь бодро встать и сделать какую-то маленькую зарядку, небольшую. Это может быть растяжка, то есть стретчинг, это может быть какие-то движения для шеи, для позвоночника и так далее. Потом я, конечно же, люблю кофе. Я живу в Италии, итальянский кофе – это просто лучший кофе, думаю, в мире. Мне нравится взбодрить себя чашечкой вкусного кофе, может быть, даже поболтать с моей дочерью, потому что семья – это мое все. Это, наверное, то, что действительно меня сразу же как-то… Я собираюсь сразу же и понимаю, что у меня есть силы, что у меня есть желание, у меня есть стимул. И вообще, я думаю, что хорошее настроение, настроить себя на хорошее настроение – это очень важно. Мне нравится, например, даже идя по улице, если я обращаю внимание на девушку, которая хорошо выглядит, ей улыбнуться или это сказать, потому что мне нравится делиться моей улыбкой, мне нравится делиться моим хорошим настроением, потому что я знаю, что ей это хочется, ей это, может быть, даже и необходимо, особенно в нашей стране.